конечно же, этот праздник 75-летия Великой Победы, это празднуется у нас в стране. Не так, конечно, в этом году масштабно, как в предыдущие годы, но тем не менее, этому празднику придается самое существенное внимание, так как слишком высокая цена отдана за этот день. Это день 9 мая 1945 года. Ценой собственной жизни, мужества и героизма, в принципе, подошли к этому празднику.